Менее чем через полчаса в отеле «Шаратон Уфа» пройдет вторая межрегиональная конференция телеканала РБК «Рынок недвижимости. Выход из кризиса». В ней примут участие более 200 человек. Это руководители компаний, застройщиков и девелоперов, а также агентств недвижимости. Конференция проходит при поддержке Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре. Сейчас началась регистрация участников. На форуме обсудят сложившуюся ситуацию на рынке недвижимости, ее влияние на спрос и предложения. Федеральные и местные эксперты предложат новые идеи в продвижении жилья, современные способы извлечения прибыли и привлечения новых клиентов, а также инвесторов. Наша миссия – помогать бизнесу ориентироваться в море информации. Мы анализировали ситуацию на рынке недвижимости, видим, что у застройщиков есть много вопросов. Темпы строительства в Башкирии традиционно высокие, возводится много жилья, сдается много квадратных метров. В то же время есть вопросы о том, как эту недвижимость реализовать, как работать отделом по продаже, как работать риэлтором, агентством недвижимости. Поэтому мы пригласили сюда, в наш город, в Уфу, спикеров из разных других городов, из Москвы, из Краснодара, из Тюмени, из Екатеринбурга, для того, чтобы специалисты в области недвижимости обменялись опытом, поговорили о тех проблемах, которые есть, и рассказали, как они решают их в других регионах.